берите по кусочку мяса, маленький кусочек мяса. Это их первые шаги в кулинарном искусстве. Будущие повара и мамины помощники учатся лепить исконно русское блюдо – пельмени. Как в старину за одним столом усаживались вместе все члены семьи, так и теперь за лепкой собралась дружная команда – воспитатели и родители с малышами. Я очень люблю пельмени, хочу их научиться готовить, потому что они очень вкусные. Я хочу лепить пельмени, потому что хочу помочь маме. На целый час зал детского сада номер 17 «Аистенок» превратился в город мастеров. Это название творческого праздника, где около сотни детей попробовали себя в различных традиционных ремеслах. Ребята участвовали в приготовлении еды, изготовлении музыкальных инструментов и росписи сувениров. Я очень люблю рисовать карандашами и красками. Красками больше. Природу там вот, травку. Попробовали детсадовцы вышивать и валять из шерсти. Посмотрите, как я красивую бусы сделаю из шерсти. Город мастеров – это праздник творчества, где ребят не только знакомят с ремеслами старины, но и обучают наставничеству. Мы 2 месяца изучаем с детьми ремесла, и подготовительные группы – это самые взрослые дети нашего детского сада – спускаются к малышам и учат их этим ремеслам. Сегодня был экспромт. Вот. Сегодня помогали, конечно, родители. Это больше всего, конечно, познавательная деятельность. Да? И все-таки, наверное, мы исходим от того, что мы не забываем свои традиции, традиции нашего русского народа и промыслы на Руси. Ну а после усидчивой и кропотливой работы дети пустились в пляс, чтобы выпустить накопленную энергию. Иначе тихий час в саду пришлось бы отменять.